Привет! Сегодня беру Boeing 737-600 и отправляюсь в путешествие в аэропорт с прекраснейшим заходом, недлинной полосой и, конечно, расположенной вокруг гор, где в конце тебе надо развернуться, чтобы посадить эту крылатую махину. Именно это аэропорт Танкантин в городе-столице Тегусигальпа. Туда мы отправляемся с острова Сан-Андрес в Карибском море, а он принадлежит Колумбии, и этот аэропорт вылета сопроводит нас красивейшим морем на взлете. Приготовься и пристегнись. Прежде чем лететь, нам, конечно же, нужен план полета. Использовать я буду сегодня Flight Helper бота. У них недавно вышло обновление, и сегодня я расскажу об этом поподробнее. Использовать я буду его в ВК, вы можете его использовать и в Дискорде, и в Телеграме. Например, в ВК, заходим в личное сообщение ему. Я же предлагаю прочитать и маршрут, и топливо, и чтобы он сразу прислал погоду, то есть нажимая вот сюда, он пришлет нам сразу все. Вводим ИКАО самолета, ИКАО вылета через тире, ИКАО аэропорта прилета, что ждали, отправляем ему. Прошло буквально 10 секунд, и нам присылается план. Что ж, с маршрутом на актуальный Айрак. Далее пишет нам дальность маршрута, время в пути примерно 1 час 10 минут, загрузку коммерческую, как пассажиров нам взять на самолет, конечно же, расчет топлива на полет в резервах и сколько всего надо залить топлива. И из полезного это метар отправления и ТАФ на прибытие. И также, конечно же, пишет рабочий полос аэропорта вылета прибытия. Ниже нам присылается маршрут, как он выглядит на карте, и что в обновлении сделали с чартами. Теперь, допустим, мы открываем чарт аэропорта вылета, авторизируемся, и у вас будут такие вот классные чарты с оформлением, и, естественно, самые актуальные, самые последние, что существует в мире. И в день бесплатно вы можете использовать в абсолютно любых актуальных чартах, что достаточно будет, чтобы совершить один полет, или даже совершить полет обратно. И, естественно, это не может не радовать. Если вы совершаете один полет, для вас это просто must-have. Если кто совершает больше полетов в день, вы можете приобрести расширенный функционал. В расширенном функционале бот нам присылает также дополнительную информацию, где пишется зона контроля. Но я, кстати, полечу в ИВАО. Хочу сегодня попробовать слетать в ИВАО. В расширенном функционале у вас появляется возможность подать план в ИВАО. Также нам присылает две картинки, то есть визуализирует рабочую ВПП и показ ветра. Также возможность экспортировать сразу планы, и это все присылается одним сообщением. Чтобы загрузить наш мы переходим в FS Sections, Fuel, можно загружать через Ground Services. Я люблю загружать через эту страницу, топливо у нас примерно 5550 загрузим. Кстати, по плану точка TNT у нас будет лишняя, это Ормаяк, на него можно приходить, но в данном случае она не понадобится, после Карака мы с вами полетим, и вот так вот чуть будет правильней. Что ж, посмотрим метар, также бот высылает, как я уже говорил, ветер у нас 60 градусов, 9 узлов, он варьируется от 30 до 110 градусов. Температура 31 градус, давление 1011, золотой курс у нас 0,62, полоса у нас 2,3 километра. Первая точка у нас по плану идет Фала. Смотрим сиды, патчерс есть 0,6, есть с 24. Есть только по одному чарту идет, и на одном чарте у нас сразу же много схем. У нас точка Фала, так что вот она, Фала 3 Браус. Мы с вами, значит, вылетаем, с взлетным курсом 0,62, летим до 1500 футов, и далее встаем на радиал 315. И летим на точку Фала 76 миль, транзишнл 18 тысяч футов, превышение порта 20 футов. Как я уже говорил, у меня есть метеормонитор, я могу просто взять, принести себе чарты, это очень удобно будет. Если у вас нет метеормонитора, хотите, чтобы было удобно, можете открыть их прямо на телефоне. Вот, ТНТ у нас лишняя, мы ее удаляем, Road Discontinuity убираем, копируем вот эту точку, прекрасно. Ормаяк Сан-Андрес 113.3. Этот 113.3 мы можем с вами поставить вот сюда. Перевести в активную второй пилота. Ну а радиал 315 нам надо будет захватить. Если мы посмотрим, здесь включим отображение War 2 и видим, вот он этот радиал. Мы с вами вот сюда. Так, before start checklist. Deck door closed, locked, fuel 5500 kilograms. Taxi intake briefing complete, Atlantic collision light on. Parking brake released. Set engine number 2.
Refotaxi checklist generators on, prop hit on, route equipment clear. Так, ну здесь мы, в принципе, сейчас будем выезжать на паузу, делать backtrack, так что landing lights on, ответчик положения TARA можно сразу поставить и ехать дальше. Устал airport traffic, Delta 1536, runway 06, taking off, stabilized, так, запускаем часы, тога. Мы быстро наберем очень скорость, у нас самолет не особо сильно загружен. Вот так вот. Gear up. Сидим за флайт-директорами. Покидаем этот аэропорт. Это слишком сильно на взлете. Он предлагает нам куда там 25 градусов. N1. Поворачиваем налево. Он пошел у нас на разгон. Flaps 1. Flaps up. Вот я тримировал самолет. Отпускаю, включаю автопилот. Все, мы взлетели слева, сзади нас вон там вот аэропорт. Кстати, да, этот приборчик надо бы было выключить. Я даже забыл про это. Кстати, может быть, кто-то обратил внимание, то я в режиме трафик не вижу колец. А, так вот, оказывается, здесь такая настройка есть, NDI, и, блин, я думал, это у меня баг такой. Зато у меня стоял мультимод ресивер. Вот этот вот. Ведь это обычно, а здесь вот такая стояла. Я причем обратил внимание, но как-то подумал, баг, ну ладно. Что ж, у нас остается совсем чуть до снижения, предлагаю тебе посмотреть метар, так что бота нажимаем метар, и давайте расшифрованный метар посмотрим, это, кстати, очень полезная функция для новичков, потому что сейчас он нам показывает расшифровку вот этих всех букв, если они кому-то непонятны. Смотрите, температура 27 градусов, красота 19, ветер 310 градусов, 4 узла, небольшой ветер отходит под 0,2 полосу как раз, которую нам и рассчитывал, блин, 10, 19 гектопаскаль. А теперь снова предлагаю открыть чарты и посмотреть схему прибытия. Город отображается таким цветом. Так, Талак, переходим 10 тысяч футов. Далее на Мелло 9 тысяч футов. И далее у нас уже будет отдельная схема захода. Превышение 3307. Transition level, кстати, еще он 200 у нас. Высоту снижения я тогда установлю сразу 10 тысяч футов. Переходим Descent, Forecast. И Transition level ставим еще он 200. Я в планшете уже просчитал. Тут, в принципе, все легко забивается. Просто ИК в аэропорта. Здесь убираете закрылки. И здесь жмете Import Weather. Если мы возьмем автобрейки 2. Нет, не подходит. А автобрейки 3 подходит, и мы где-то остановимся в конце полосы. Ну, в принципе, так и есть. Полоса там всего лишь 5400 футов. Ретард. Начинаем снижение. Вот у нас появился этот профиль. Самолет будет его удерживать. Так, и вот автобрейки. Получается, будем использовать третью. Использовать будем схему захода такую. RNP Runway 02. С севера переходим как раз на Initial Fix Melva. 9000. Летим далее. Поворачиваем от нее направо. 8000. Снижаться с 0.15 будем 7000 футов. На 0.12 уже надо держать 5600. И здесь у нас начинается визуальный сегмент захода. Минимум decision altitude 4429 надо сейчас будет установить. Кстати, terrain radar же работает. Вот он только что мне рисовал землю. Вот, слушайте, вот это вот классно на самом деле. Final approach курс у нас 0.20. А ходинки я пока оставлю такой, на котором летим. В случае ухода на второй круг, в принципе, набираем курс 0.20, летим на Tango Golf 0.09. И, в принципе, удержим RNP трек, который вот здесь будет нарисован. Максимально 175 узлов, это важно. В целом, мы здесь просто долетим до Мелвы, дальше развернемся и снова зайдем. На стриме одном, когда мы уже сюда летали. Мы здесь, в принципе, так и делали, здесь довольно быстро. Можно схему все прокрутить. В случае ухода на второй круг буквально 5 минут. Наклон глиссада 3,5 градуса у нас. Но самое интересное будет вот этот вот сегмент визуального захода. Altimeters QNH1019R set. Cross check. В прошлый раз, когда я сюда летал, здесь был очень сильный туман, даже полосы не было видно. 10 тысяч фут, в принципе, можно уже включить на девайсе, runway turn off lights. Смотрите, как у нас ветер меняется. 7 тысяч. Flaps 1. На
самолет начинает дальше тормозить, тогда, в принципе, можно таксиации тоже включить. Я сейчас отлично перевести Continuous, армируем с вами фитбрейки. Да и в целом можно approach включить уже. Light pass, отлично, еще прекрасно. Оповестим экипаж, дальше там Flaps 5. Мы, да, погодите. Хорошо. Flaps 15 gear down. Flaps 30. Ну тут я уже, когда отключаю автопилот, полечу на руках, и автотроттл тоже отключу. Cabinification complete, конечно, отвечает continuous, speed break armed, landing gear down, 3 green, flaps 30 green light, land checklist completed. Вроде не высоковато идем, вроде нормально. Continue. Продолжаем, вон у нас УПП. Сейчас попробую на нее выйти. Не, деревья отлично стоят, конечно. Тут нужно применять очень такое сильное торможение, на самом деле. Добро пожаловать в танк Анти. 285, меньше 300, нормально. По перегрузке тоже нормально. Как заход получился? Я думаю, это уже решать вам. И час 06 определился наш полет, в принципе, как бот почти рассчитал, час 09, у меня час 06.